Дагестанец занял первое место во всероссийском конкурсе по чтению Корана среди незрячих. Мероприятие проходило в режиме онлайн. Экспертное жюри принимало работы из Саратова. География конкурса помимо нашей республики охватила и Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Чечню и другие регионы страны. Победителем в номинации «Чтение наизусть пяти последних джузов» стал выходец из села Годубири Ботлихского района Магомед Абдулдибиров. Всероссийский конкурс проходит уже в пятый раз. Организатором выступает Коранический центр «Зейд бин Сабит» и Духовное управление мусульман Поволжья.